Как я люблю это время. У нас 8 часов. И у нас вот такое вот. Это вообще это как парное молоко погода. Такая прелесть, невозможно. Ну, конечно же, травища выросла вся. Нужно косить. Смотрите, соя. Скоро вся вспыхнет, зацветет. И она все собой закрыла. У меня там внутри цветочки должны всходить, но она вся разрослась. Смотрите, как здорово! Так, яблоки-то будут? Думаю, что нет. Потому что кое-кто муравьев не уничтожил. В общем, все яблоки сдохли, одни муравьи сидят. А нет. Не сдохли, они еще заморозились, когда у нас были заморозки. А сейчас все облеплено муравьями. Ну, в общем, у такой ленивой Яны, конечно, все заросло тут. Федорино горе, блин. Елку, наверное, нужно выкидывать, потому что все заржавело. Как у соседки, все елки подохли. А кто это тут лазит, интересно? Вот он знает, да, когда я беру в руки телефон, разговариваю, это значит, я его снимаю. Кися, скажи привет подписчикам. Кися. Наш Мотя любимый. Мотя. Кися. Заигрывает со мной. Ты со мной заигрываешь, киса? И кусается сразу. Вот и моя кися холосая, такой с характером стал. Раньше не кусался, а сейчас все, вырос, мужик. Как Денис огрызается, так и этот стал огрызаться. Кто это тут эквилибрист? А кто с толстой попой тут? Не умещается уже. Все? Ты теперь не маленький котеночек, который тут висел на всех ветках, а теперь не можешь на всех, да? Не можешь? Ах ты кусачий такой! А? Спасибо, Господи, что у нас это есть. И что я могу вот так вот, работая дома за компьютером, выйти, пощипать травку в огороде, пополоть, посажать, поиграть с ребенком в футбол. Да, Денечка? Спасибо, Господи, что мы не паримся в каких-то апартаментах, в квартире и не живем в центре города. Не в центре. Что мы не живем в центре города, говорю. А я хожу и думаю, что-то мне так как комфортно сильно. А я косила траву, и у меня остались беруши. Смотри, ума. Скоро еще вон там. Молодец, Денис. А скоро еще вон там будет стоять бассейн. Классно? Сядь на гамак! Я боюсь, он опорвется, гамак твой. Надо купить гамак нормальный. Вот этот дуб, я мечтаю, чтобы он вырос огромный. Конечно, Денис его уже задергал. По нему постоянно лазит.
слышите это? А летом, ночью, это вообще что-то. Такие пения. У кисы уже включились глаза, он уже хочет охотиться. Уже скоро-скоро будет темнеть, и ты будешь есть своих мышей. Или кого ты там ешь? Кого ты там ешь все время? Кого? Скажи. Что там за звуки такие? А, кися? Это ты рычишь? Да ладно. А что ты рычишь, кися? Убанки. Ты ж не на меня рычишь, кися? Ого. Нифига себе. Кися, ты охотиться хочешь? Да ладно. Ого. Там кот какой-то ходит. Кися? Мяу. Вы это слышите? А что такое вообще? Нет, это не кот, это собака. Он охраняет территорию. Сюда, наверное, вечером какие-то коты приходят. Все. Киска. Ну что ты там сидишь? Деня делает самолетики на компьютере. И тебе там видно? Мотя? Мотя, скорей. Скорей, а что ты хромаешь? Мотя, Мотя, бежи. Ему говоришь, Мотя, Мотя. Он идет, как собачка. Мотя, Мотя. Это они мои зайки сидят. Два зайка. Ну, оставь его. Он тут сам ходит. Не целуйся. Надо от глистов, кстати, купить какую-то. На всякий случай. А то кот уличный. Завтра в аптеку зайдем. Да, День? Вот так. Как. Ой, как удобненько рядышком с Денисом, да? Ой, как хорошо. Это я фотки тебе. Давай, давай, сфоткай. Вот, чик. 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 Все, хватит. Чик. Эй. А ты что зеваешь, кися? И где он? Вон он. Скоро розы распустятся. Куча роз вон там. В бутонах все. Вечернее вдохновение. А что в темноте-то? Давай, кидай. Мимо. Смотрите на эту луну. Я это сняла. Наш вечерний футбик. Готово? Да. Отдай, кот, это мой мяч. Вот тебе больше всех надо. И он такой все время в траве. Смотри, он все время притаивается такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты видела, он как какой-то лисенок. Это наш зайчик. Зайчик? Ага. У меня сейчас тапок чуть не слетел.
У меня тапок чуть не слетел. Сейчас луна это поднимется над деревом, потом покажу ее моим зрителям. Денис притащил телескоп и будет настраивать на луну, которая должна скоро уже подняться над деревом. Сейчас ножки длинные сделает. Как мне сделать, чтобы здесь... Кися, ты тоже будешь телескоп смотреть? Как ты сказать, что ничего не видно? Ну, сейчас пока ничего не видно, конечно. Надо бы настраивай. Протереть там. Настраивай. Надо протереть. Протирай. Представляю вам. Skywatch. Skywatch. Телескоп. Смотреть на звезды. Но настраивать мы его не умеем. Не надо все откручивать. Денис, а то ты хуже сделаешь. А, он так выдвигается сильно? Сейчас попробуем на небо. Да небо еще не темное. Небо есть. А на кота? Красный дом. Впечатление, как будто ты с какой-то винтовкой стоишь. Черный кот. Ой, сейчас я на кота. Оставь свет на нем. Кися. Кися. Траву видно. А меня? Черный свет на правду. Давай. О. Секунду, свет сделай. Так, что я вижу? Что я вижу? Отойди, отойди, отойди. Отойди. Я буду следить за котом. Обычно кот следит за мной, а я буду следить, что он делает. А вот там поймал опять какую-то муху. Я микробы вижу. Ты нас спас от комара. Ты молодец какой мальчик. Я микробы вижу. Микробы видишь? Смотри. В смысле? Смотри. А, вот сюда надо смотреть? Да. О, ужас, что это? Это ветки дерева. Микробы. Нити маргелоновые. Это ветки дерева ты направила. А, кстати, видно отлично вообще просто. А что там такое? А, это мой телефон. У них свет. Ты будешь за соседями следить? Луна уже вон почти что поднялась. Скоро-скоро. Секунду, я вижу что-то, но я не понимаю, что это. Чё? Чего? Еще раз посвети, как ты на меня посветила. Посвети, не, туда, туда. Там. Блин, а ты увидел какие-то странные кружки, как будто из них. Иди сюда. Кися. Кися. Иди ко мне. Надо на тебя какую-то ночную камеру поставить, чтобы следить за тобой, что ты ночью делаешь у нас. Кого ты ловишь ночью? Киса. Киса. Небо видно. Смотрите, это точно небо ваше будет. Да, но тебе тогда лежа надо смотреть. Поставь его ровно. Кстати, здесь у меня есть. Пошли в дом, а выйдем, когда уже совсем потемнеет. Нет, смотрите, я сейчас попробую поставить другие линзы. А где закат-то, мой любимый? А, ну все уже, закат мы пропустили. Надо будет как-нибудь погулять, когда закат. А что, телескоп здесь оставить? Пока да. О, поднимается. Луна поднимается, да, видно. Все чуть-чуть, она через полчаса где-то. Поднимется над деревом. Мы пока пойдем смотреть сериал. Какой сериал-то? Кися, это притаился. Что ты делаешь такого хищника тут? Кто хищника делает? Опля. Посмотри туда. Киса. Посмотри туда. Вот ему вечером охота. Посмотри туда. Так уже роса началась. Сейчас уже тоже полезно по росе ходить. Смотрите, луна вылезла. Ой. Буквально на полчаса мы в дом зашли, и вот она вылезла над деревом. И Денис сейчас будет ее смотреть. Ну как?
Видно что-то? Да. Ой, кто меня потрогал за ноги? Откуда ты явился? Ну как, настрой мне покажешь? Ну, проблема в том, что она сейчас видно через ветки. Не, ты чуть повыше сделай. Нет, она на ветке. Вон, даже мне видно через ветки. А, вот отсюда, да. А, да. Ну, подождем. А вот если ты подвинешь сюда, здесь без веток вообще видно. Вот сюда, на этот край. Осторожно. Вот сюда. Вот отсюда смотри. О, да. Эй, убери свет, я ничего не вижу. Окей. Пардон. Можно на вас посветить? Ой, какой он шелковый, какая у него шерстка красивая. Кисечка. Ты моя кисечка. Ну-ка, покажись-ка. Ой, какой. Я его нашел. Нашел? Получилось? Сейчас мне надо просто... Нападает на меня, главное. Ты хочешь со мной поиграть? Эй, кися. Скачет. Дома так уютненько. Вот тряпку-то не взяли. Протереть? Угу. Нет. Ну вот надо хорошенько протирать. Кстати, здесь его на ночь не оставляй. Угу. Может, другую линзу поставить? А ты уверен, что это? Ну. Я просто боюсь, сейчас у тебя упадет в траву и все. Ну, поняла.